что заехала в номер. Меня заселили в гостинице «Кибур Палас», прямо в центре Москвы. И у меня, по-моему, номер с балконом. Большой такой номер, прикольный. Кровать огромная. Ванная. Ой, такая милая ванная, красивая. Спросила на ресепшене, приехала ли Вика. Сказали, нет еще, хотя мы с ней в одно время приземлились. Видимо, они попали в пробку. Жду не дождусь нашей встречи с Викой, потому что, вот честно, я очень люблю ее видео смотреть. И ее просто буду безумно рада встретить. Боже мой, привет! Вика, будь. Мы наконец с Викой встретились. Вика такая красотка в жизни вообще. Я просто в шоке. Женя. Очень рада нашей встрече. Я уже сижу в номере, такая снимаю. Говорю, где же Вика? Где же Вика? Я хочу кушать. Мы решили покушать перед сном. И зашли в ресторан. Дом 12, да, по-моему, называется. В принципе, кухня нормальная. Пойдет. Пиво вкусное, да, мы пьем пиво. Кстати, мы пьем немецкое пиво, и Вика сказала, что оно почти точно такое же, как в Германии. Как называется? Шофахофа. О, шофахофа. Шоферхофер. Реклама шоферхофер. Да. Я готова. Я сегодня год с темной помадой, со шнурком на шее и в бархатном платье. И на мне вот такие бархатные сапожки. Пойду сделаю чекаут, потому что сегодня вечером я улетаю обратно в Алматы. Конечно, очень мало. Хотелось бы подольше побыть в Москве. Москва невероятно красивый город. Мы сейчас едем в торговый центр Атриум. Там будет открытие официальное NYX Professional Makeup. Будут блогеры. Потом у меня будет встреча с подписчиками в 11 часов. Я надеюсь, кто-нибудь придет. Во-первых, будний день. Во-вторых, 11 утра, как бы, не знаю, кто придет. У всех блогеров разное время, и мне досталось открытие. То есть я первая начинаю в 11 утра. Очень прикольно. Наверное, никто не придет, потому что все на работе, либо на учебе. Я очень переживаю. Вика такая красотка. Я вам сейчас покажу, как она выглядит. Какой у нее лук шикарный, просто моднячий. Куртку надо. Куртку, да, просто потом накинешь. А прическа какая красивая вообще. Ну, прям вообще. Супер-супер красотка. Едем-едем. Далекие края. Привет. Женя. Да. По видео. Мы встретились в гримерке с Анечкой. Красавица такая, умница вообще. Умница. Наконец-то встретились, да. Мы не виделись, по-моему, года два. Слушай, да, мы на Витфест, да. Вот. Круто. Вообще не изменилась, такая же красотка. Спасибо. Молодец. Те же слова. Секунда просто собирает тысячи и миллионы людей и поклонников. Да. Сейчас Женя сама лично, любезно согласилась для тех людей, которые не могут, хотят с ней пообщаться, Женя Гейм, но не может никак покинуть эти оковы очереди, потому что, ну, вдруг вы сейчас пропустите, представляете, вы два часа ждали, а тут вот уже двадцаточка ваша подошла, а никак. Женя Гейм сама подойдет и даст вам возможность сделать с ней селфи. Это просто подарок.
Я сейчас буду на РУ-ТВ. Да-да-да. Подъехала Анечка, мисс Энж. Аня! Аня! Меня зовут Аня. Пустите меня, пожалуйста. Мы только что выяснили, что у нас с Лерой в один день рождения 23 сентября. Выяснили спустя столько лет. Да, представляете? Две полудевы, полувесы. Короче, страшные женщины в моральном аспекте этого слова. Ужасные. Записочку передали, очень приятно, девчонки, спасибо большое. Подарочек даже передали. Ух ты, это браслетик, как красиво. Спасибо большое. Саре хочу пожелать счастья, здоровья, везения. Пусть растет и радует нас новыми видео с любовью из Москвы. Спасибо большое, очень приятно. Вообще, очень круто, молодец, спасибо большое. Надо же. Ой, котенок! Вот здесь. Спасибо большое. Как раз дорогу возьму. Сегодня улетаю. Цветочки, так красиво. Аксессуарис. Ничего себе, посмотрите. Так, пес, платочек подарили. Очень приятно. Будет греть меня сейчас осенью. Спасибо большое. Улетаю в Алматы. Все закончилось. Очень устала. Спасибо всем, кто пришел. Кто не успел прийти, не расстраивайтесь. Я думаю, это мой не последний раз в Москве. Было очень круто, вот честное слово. Особенно было круто встретить блогеров любимых и провести время с ними. Очень круто, конечно. Спасибо большое. Я безумно счастлива. Всем пока-пока.